Компания «Электромотор» представляет стабилизатор напряжения НСН-9000 производства «Укртехнология», Украина. Стабилизаторы напряжения НСН выполняют следующие функции. Стабилизация напряжения 220 вольт в нагрузке во всем рабочем диапазоне входных напряжений. Тепловая защита от перегрева трансформатора и семисторных ключей. Защита от перегрузки и коротких замыканий на выходе в цепи нагрузки. Защита от превышения выходного напряжения выше безопасного уровня. Стабилизатор напряжения НСН производства «Укртехнология» предназначен для защиты от нестабильного напряжения электропитания как одиночных пользователей, так и промышленных целых объектов. Модельный ряд стабилизаторов напряжения НСН представлен сериями Universal, Standard, Optimum и Norma. Серия Norma представляют линейку эконом-класса и обеспечивают хорошие показатели защиты оборудования и точности регулирования выходного напряжения за доступную цену для большинства пользователей. Серия Optimum обеспечивает показатели защит и точности регулирования выходного напряжения, совместимые практически со всеми бытовыми, производственными и профессиональным оборудованием. Серия Standard представляют линейку бизнес-класса и обеспечивают показатели защит и точности регулирования выходного напряжения, совместимые практически со всеми бытовыми и профессиональным оборудованием. Серия Infinity обеспечивает показатели защит и точности регулирования выходного напряжения, совместимые практически со всем бытовым, производственным и профессиональным оборудованием, работающие в широком диапазоне входных напряжений от 118 до 268 вольт. По вопросам приобретения стабилизаторов напряжения НСН или любых других стабилизаторов напряжения обращайтесь в компанию «Электромотор». У нас большой выбор моделей на складе в Киеве, а также мы осуществляем доставку по всей Украине. На все стабилизаторы напряжения производства «Укртехнология», приобретенные в компании «Электромотор», распространяется официальная гарантия 3 года и действительно по всей территории Украины.